Губкинцы проверили свои знания в географии. Площадкой для проведения ежегодной международной акции стал актовый зал Центральной библиотеки. Интересное интеллектуальное путешествие уже 9 лет подряд проводит Русское географическое общество. Формат не изменен. За 45 минут необходимо было ответить на 40 вопросов. Конечно, интересно проверить свои знания, что в памяти осталось. Может быть, чего-то не знаю, так вспомню или научусь чему-то еще. У меня дома есть 3 ученика. Вот, мы с удовольствием изучаем окружающий мир. И я думаю, что эти знания, которые я повторяю с детьми, они мне пригодятся и здесь. А в школе, да, география была одним из любимых предметов. Задания, по словам участников, несложные. Узнать результаты можно на сайте диктанта diktant.rgo.ru по своему идентификационному номеру. Географический диктант пишет с 2015 года. За это время его участниками стали более 3 миллионов человек по всему миру. Например, в этом году акция прошла в 110 странах. В Губкинском к акции присоединились более 20 человек.